на привет. Сегодня готовлю мясо по-арабски. Обычные ингредиенты, а получается необычно, сочно, нежно, ароматно, вкусно и быстро готовится. Еще приготовлю вкусный соус к мясу. Итак, приступаем. Берем куриную грудку, у меня весом 500 грамм, разрежем ее на порционные кусочки. Теперь мясо отбиваем с двух сторон. Теперь приготовим маринад. В миску разбиваем одно яйцо, добавляем 100 грамм сметаны. Чем жирнее, тем лучше, у меня 25%. Луковицу и пару зубчиков чеснока измельчаем блендером и добавляем в маринад. Добавляем половину чайной ложки соли, черный перец, красную паприку. Добавляем сок лимона по вкусу, я добавляю примерно 2-3 столовые ложки. Кладем куриную грудку, перемешиваем и убираем мариноваться на часа 2-3 или лучше на ночь. Берем панировочные сухари, я готовлю сама. Нарезаю батон кубиками, кладу на противень, ставлю в духовку и сушу до золотистого цвета. Теперь получившиеся сухари измельчаем при помощи блендера. Мне понадобится 60 грамм панировочных сухарей. Теперь измельчаем блендером грецкие орехи 120 грамм. В миске смешаем грецкие орехи и панировочные сухари. Мясо достаем из маринада и опускаем в панировку. Обваливаем с двух сторон. Берем сковороду. Я беру диаметром 26 см фирмы Талер с двухслойным антипригарным покрытием. У нее утолщенное дно 4,5 мм, что обеспечивает великолепный результат при приготовлении любых блюд. Ручка не нагревается и подходит для всех типов плит. Наливаем растительное масло, разогреваем, кладем мясо на сковороду и жарим с двух сторон до золотистого цвета. Пока мясо готовится, приготовим горчичный соус. В ковш кладем 1 столовую ложку сахара, вливаем 1 столовую ложку воды. Перемешиваем и ставим на огонь. Как вода закипит с сахаром, кипятим секунд 50 и сразу снимаем с огня. Сразу получившийся сироп переливаем в миску. Добавляем 1 столовую ложку горчицы, 1 столовую ложку майонеза и перемешиваем. Теперь нужно попробовать и отрегулировать по вкусу, добавить еще горчицы или майонеза. Кстати, напоминаю вам, что официальный интернет-магазин «Посуда Талер» посудаталер.ру специально предоставляет скидку для моих подписчиков 15% по промокоду Наталья. Ссылка на магазин и все подробности смотрите в описании. Мясо подаем с соусом к столу. Получается нежное и очень-очень сочное. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях и напишите в комментарии, понравился ли вам рецепт и будете ли вы готовить. Хочу знать, насколько полезен вам данный рецепт. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!